Депутат Государственной Думы Алексей Велер перечислил свою месячную зарплату, а это 375 тысяч рублей, врачам Мурманского областного клинического центра. Накануне Алексей Велер встретился с главным врачом центра Евгением Тарбаевым. В ходе беседы политик отметил, что в это непростое время мурманские медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом. От их профессионализма, ответственности и мужества зависят жизни мурманчан. На своей странице в соцсети Алексей Велер обратился к своим коллегам из Мурманской областной думы с предложением также перечислить свою месячную зарплату, чтобы поддержать работников здравоохранения региона.